сейчас одно из любимых. Все равно живой человек, и, конечно, у меня есть любимые композиции, есть какие-то более трудно дающиеся, и все равно у меня есть вот это вот избирательство какое-то, да? Я очень люблю «Белую волчицу», я ее обожаю, и она тоже меня любит, у нас прям взаимная любовь. Все композиции, конечно, все посвящения, они прям, ну, все фибры моей души изымают, трансформируют, передают все для вас, все на 200%. Я вообще не экономлю, я прям до потери пульса, до обморока все отдаю. А «Белая волчица», она еще не только помогает мне отдавать, она еще помогает взаимообмен делать. Почему? Потому что она всех приглашает в эту танец-битву. Но не битву с кем-то, с каким-то врагом там, или еще с чем-то. Прежде всего, битву с негативным мышлением о самом себе. Она толкует нам о том, что мы классные, что мы здоровские, что мы одной стаи, мы с тобой одной крови. Она толкует про свободу, про независимость, про свои границы, про то, что никто не может ходить грязными лапами в нашей душе, никто не может нас обижать. Мы должны себя защищать и любить. Это история о правильной гордости и любви к себе. Не о глупой гордыне на пустом месте, а именно об осознанной любви к себе. Когда ты не пытаешься заполнить извне свою ноющую черную дыру в душе, а когда ты полон, и ты наоборот можешь в этом мире заполнять черные дыры, когда ты способен давать. Белая волчица, Ирюнберая на мову о свободе, о любви, о гордости. Танец, вой, не от тоски и горя.